председатель совета только что объявил о том, что члены совета у нас присутствуют, необходимый кворум имеется. Уважаемые коллеги, на повестку дня выносится вопрос на соискание ученой степени кандидата технических наук Малаховой Виктории Владимировны на тему снижения экологической нагрузки транспортных систем на окружающую среду уменьшением уровня шума по специальности 05-2201 транспортно- и транспортно-технологические системы страны и ее регионов и городов. Диссертация выполнена в Луганском государственном университете имени Владимира Даля. Научный руководитель Нечаев Григорий Иванович. Для подачи диссертации в совет. Это положительное заключение организации, где выполнялась диссертация, утвержденная руководителем этой организации. Это Луганский государственный университет имени Владимира Даля. Также отзыв научного руководителя, как было сказано ранее, это Нечаев Григорий Иванович, доктор технических наук, профессор. Заявление соискателя, завизированное с ходатайством председателя совета. Также поступила диссертация и автореферат диссертации в необходимом количестве, оформленные согласно требованиям. Копии дипломов о высшем образовании, заверенные в установленном порядке. Если вопросов нет, то слово для изложения существа и основных положений диссертации предоставляется Малаховой Виктории Владимировне. Неуклонно сопровождается возрастанием техногенной нагрузки на экологическое состояние окружающей среды. Одним из факторов негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды является ее акустическое загрязнение. С экологической точки зрения, в современных условиях шум представляется не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Неблагоприятно воздействует на все живые организмы в окружающей природной среде. Функциональных нарушений, изменения в работе центральной и вегетативной нервных систем, что негативно сказывается на психическом состоянии, вызывая чувство раздражения и беспокойства. Нормированным дорожным подвижным составом железнодорожного транспорта являются удары на стыках и неровностях рельсового полотна, турбулизация потока воздуха при обтекании им движущегося значительной скорости подвижного состава, а также звуковые эффекты, сопровождающие работу фрикционных тормозов. Если первые два направления борьбы за снижение интенсивности генерации акустического шума, составляющие нормальные силы прижатия тормозной колодки к поверхности катания колеса, объект исследования, колебательные процессы в тормозной системе подвижного состава, возникающие в условиях фрикционного контакта элементов триботехнической системы. Объект исследования – колебательные процессы в тормозной системе подвижного состава, возникающие в условиях фрикционного контакта элементов триботехнической системы. Предмет исследования – закономерности возникновения и распространения акустических волн при работе рельсового подвижного состава, введением дополнительной импульсной составляющей с частотой выше 20 кГц и механическим усилием до 3 кН. Основные задачи работы. Рассмотреть физиологические аспекты воздействия повышенных шумов, возникающих при торможении подвижного состава, которые, являясь фактором экологического загрязнения окружающей среды, вредно влияют на организм человека. Провести анализ закономерности возникновения и развития фрикционных автоколебаний в паре тел, находящихся в силовом фрикционном взаимодействии, возбуждаемых вследствие регулярного разрыва фрикционного связного контакта, дополнительно импульсной составляющей нормальной силы с частотой выше частоты механического резонанса триботехнической системы. Математическая модель, описывающая поведение триботехнической системы тормоза подвижного состава при введении дополнительной импульсной составляющей нормальной колеса тормозная колодка. Схемная и конструктивная реализация способа снижения интенсивности фрикционных автоколебаний тормозного механизма подвижного состава введением дополнительной импульсной составляющей нормальной силы с частотой выше частоты механического резонанса триботехнической системы колесо, тормозная колодка, рычажный механизм. Ну и состав, для которого характерен старт-стопный режим движения в черте городской застройки. Указка, где указка? Усилием N0. Дополнительное импульсное воздействие нормальной силы на тормозную колодку обеспечивается магнитодинамическим приводом.